Wir haben gut angefangen im Spiel. Команда хорошо вошла в игру, очень хорошо начали игру. Schnelles Tor gemacht. Забили быстрый гол. Haben aber nach dem Tor dann erstmal versucht, weiter zu spielen so. После забитого гола постарались опять играть вперед. Sind dann aber nicht mehr so richtig. Увеличить свой успех, не всегда удачно это получалось. Und haben dann auch gleich den Ausgleich bekommen. И практически потом сразу получили гол в свои ворота. Und dann gleich nochmal das zweite Tor. И потом, по прошествии какого-то времени, и второй гол пропустили. Zweite Halbzeit war dann auch wieder, wie wir angefangen haben, in der ersten Halbzeit sehr gut. Wir sind gleich direkt ins Pressing und haben uns gute Chancen erspielt. Leider haben wir nur ein Tor geschossen. Ich denke, wir hätten mehr Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu schießen. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Im Ganzen haben wir einen starken Gegner gehabt, der richtig gut Fußball spielt. Wir haben dagegen gehalten, wir sind nach dem Rückstand zurückgekommen und haben, denke ich, verdient auch dann das 2:2 gemacht und letztendlich dann auch mit einer sehr guten Torwartleistung und den Schützen natürlich auch das Elfmeterschießen gewonnen. Второй тайм мы тоже так начали примерно, как и первый тайм, очень хорошо вошли в игру, старались играть в прессинг, высокий прессинг, у нас были хорошие моменты, очень много хороших моментов были, которые мы, к сожалению, смогли только воплотить только в один забитый гол. Но могу сказать, что сегодня у нас был очень хороший, достойный соперник, очень конкурентоспособный. Команда Краснодар – это высококвалифицированная команда, и могу сказать, похвалить своих ребят, то, как им удалось переломить все-таки эту игру. И вот эта серия пенальти, которая потом последовала, хочу выделить игру Худякова, который вытащил мячи, и также похвалить наших пенальтистов, тех ребят, которые били по воротам. В любом случае, получили информацию и знаем, над чем нам работать, в каком направлении двигаться, что нам еще стоит улучшать. То есть был большой забор информации после этой игры. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, представляйтесь и задавайте. Вот там первым успел, да. На опережение сыграл. Антиципиат. Добрый вечер, Сабодаш Владимир, Московская правда, с победой вас прежде всего. И если позволите, два коротких вопроса. Первый, вы извините, про деньги. Вы поделитесь зарплатой с Худяковым? Die Kohle, über die Kohle. Deinen Lohn kannst du dein Gehalt auch mit ihm verteilen. 50% zu ihm geben. Ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Und немножко, это как бы шуточный вопрос. Weil für seine Leistung. Weil sie so, ich krieg Boni dafür. Vielleicht könnten sie einen Teil von deinem Gehalt Kudiakow geben. Lass uns über Sport sprechen. Er ist Torhüter, er ist ein junger Torhüter. Er hat mit Gili einen sehr starken Konkurrenten, der gerade verletzt ist. Er muss auf dem Boden bleiben, er hat 2 Elfmeter gehalten, aber er hat auch noch zu lernen und man darf jetzt nicht sagen, ja, er hat das Elfmeterschießen für uns sicherlich gut gestaltet, aber letztendlich hat die Mannschaft heute einen guten Job gemacht und nicht nur alleine Kuya. Ну, так, если по-спортивному отвечать на этот вопрос, я очень рад, что у нас в команде есть такой хороший молодой вратарь, который очень надежно играет в таких больших играх. Я могу сказать, что не очень просто. У него в команде большая конкуренция, и выигрывать конкуренцию Гильермо – это чего-то стоит. Сейчас, к сожалению, Гильермо у нас травмированный. Игрок Худяков сегодня, конечно, великолепно сыграл, вытащил 2 пенальти. Ну, могу сказать, что прежде всего это его работа. И ему в этом помогают наши тренера по вратарям. И sein Job und er hat auch die Mannschaft und ich habe nicht nur, es ist nicht nur Gili, der da ist, sondern wir haben auch mit Savin natürlich einen sehr guten. Также хочу выделить Савина, тоже нашего вратаря, который у нас тоже в обойме. И еще раз похвалить Худякова, но могу сказать, что сегодня наряду с его великолепной игрой сегодня вся команда очень хорошо поработала, чтобы мы добились этого результата и одержали победу в серии пенальти. И второй вопрос, я сразу извиняюсь, он будет не очень камильфо для вас, извините. Вам переводят то, что кричали болельщики касаемо тренера, ну, тренерского штаба, ну и штаба Локомотива. Спасибо. Спасибо.
das ist Business. Man kennt es aus anderen Stadien, man kennt es auch aus Deutschland, man kennt es aus Europa. Es ist überall das Gleiche, es ist ein emotionales Spiel. Ich verstehe die Fans, dass der Erfolg da sein muss. Das ist doch völlig normal, das wollen wir als Trainer genauso. Ich habe meine Erfahrungen als langjähriger Trainer. Ich habe in vielen verschiedenen Countries jetzt gearbeitet und versuche jetzt mein bestes Wissen mit reinzubringen. Und heute haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, darauf konzentriere ich mich. Und die Gesänge habe ich nicht nur hier im Stadion, die höre ich auch auf der Straße, die höre ich auch auf dem Bus. Wenn wir in den Bus einsteigen, natürlich macht es einen nachdenklich, aber wir gehen nach vorne und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir die Kurve kriegen und die Mannschaft flott machen, die Mannschaft dahin kriegen, wo der Verein es auch verdient. Und Fußball ist ein ganz schnelllebiges Geschäft. Да, ну, могу сказать, что такая ситуация не только в России, такая ситуация с болельщиками, она часто бывает такая во всем мире, также в Европе. Я где-то понимаю наших болельщиков, потому что болельщики хотят успеха своей команды, ровно так же, как и мы, тренерский штаб, поэтому они своим пением показывали свое неравнодушие команды, то желание, как они хотели видеть команду впереди. Но в любом случае я слышу этот хор, я его слышу не только на стадионе, иногда мы слышим его, когда выходим с автобуса, иногда мы слышим его на улицах. И могу сказать, что мы со своей стороны, как тренерский штаб, стараемся, тоже как и наши болельщики, у нас общая цель для того, чтобы команда играла хорошо. У меня тоже длинная, большая тренерская карьера, я работал тренером во многих странах, и поэтому тот опыт, который у меня есть, я стараюсь максимально поделиться со своими ребятами, помочь развить команду для того, чтобы наши все игроки совершенствовались и делали шаг вперед. Я думаю, что в дальнейшем мы перетянем болельщиков на свою сторону, потому что я уверен, что мы будем играть в атакующий футбол. Это то, что я просил свою команду играть во втором тайме. Мы сегодня очень хорошо играли вперед. Я думаю, что если так пойдет дальше, сектор активных болельщиков, они будут на нашей стороне. А то, что они высказывают свое мнение, имеют право, они точно так же хотят успеха, как и мы. Иисус, с победой, но у меня вопросы по игре, не по деньгам и криком с трибун. Первый вопрос следующий. 10 минут команда играет очень активно в атаке. Краснодар первый раз перешел на половину поля Локомотива на 10-й минуте. Забивается гол. Почему команда не продолжает играть в атаку, а отдает инициативу соперника? Несколько слов об этом. Genau das ist der Punkt, den wir in der Halbzeit auch besprochen haben. Это именно то, что мы обсуждали в перерыве. Als Trainer bist du manchmal dann machtlos und die Mannschaft muss einfach den nächsten Schritt lernen. Und das ist nichts Schlimmes für mich, aus Fehlern muss man lernen. И я думаю, после того, как команда забивает первый гол, она обязательно должна делать шаг вперед, должна закреплять свой успех, должна забивать второй гол. Wichtig ist, dass wir die nächsten Spiele, Spiel für Spiel, immer wieder weiter nach vorne gehen, eben das umsetzen, was wir als Trainer vorgeben. И мне очень нравится, что команда сейчас от игры к игре старается воплощать план на игру в реальность. То есть мне нравится, как ребята идут вперед, как они стараются воплотить наши тренерские задумки на практике. Und wir werden weiterhin auch mit den jungen Spielern und auch mit den alten Spielern Fehler machen. И, конечно, у нас команда очень молодая, у нас есть молодые игроки, которые это более чем нормально, что иногда могут совершать ошибки. Aber wir müssen aus diesen Fehlern eben lernen. Und wenn man heute in die ersten 10 Minuten 2 oder 3 Tore schießt, dann wäre das Spiel schon durch gewesen. И в какой-то мере вы правы. Мы очень активно начали и могли сегодня буквально в течение первых 10 минут забивать и второй, и третий гол, и мы могли практически спокойно завершать игру. Но это будет нам служить базой для анализа в будущем. Und ich glaube, gegen Krasnodar, die im Moment wirklich einen sehr, sehr guten Fußball spielen, ist es nicht so einfach zurückzukommen. Und wir hätten auch in der zweiten Halbzeit aufgrund der Chancen auch das dritte Tor machen können, machen müssen.
И команда Краснодара – это очень достойный соперник, очень сложно играть после этой команды, поэтому мне очень понравилось, как мы все-таки вернулись в игру, сравняли, нам удалось сравнять игру. Это не очень просто против такой команды, как Краснодар. И отношение ребят, и их, так сказать, мужество, и их, как сказать, такое мужское отношение мне очень понравилось. И второй вопрос. Педро Габриэль, 29-й номер, играет 90 минут, забивает пенальти. Несколько слов об его игре. Довольны или, если нет, то что ему нужно улучшать? Спасибо. Man sieht, dass er Fußball spielen kann. Видно, что парень может играть в футбол. Wir haben gerade mal eine halbe Trainingseinheit mit ihm gehabt. Буквально у нас он с колес вошел в команду, 1-2 тренировки. Das Team muss ihn mehr und mehr integrieren. И сейчас у него задача интегрироваться в команду, в которой в этой задаче, я надеюсь, ему помогут и партнеры. Und er muss natürlich auch noch mehr ins Spiel finden, defensiv und offensiv. Aber я думаю, что он может и лучше играть, и улучшить свою игру как в атаке, так и в обороне. Ich glaube, alle haben gesehen, wenn er am Ball ist, was er kann. Ну, я думаю, что все видели, что парень может делать, когда у него мяч на ноге, как он работает с мячом. Вы, Евгений Загитов, телеканал Матч ТВ. Здравствуйте. Вы упомянули, что разговаривали с командой в раздевалке много. И очевидно, команда вышла прям заряженная, что на первый тайм, что на второй. С вами кто-то в раздевалке говорит с командой? Может, какой-нибудь Дмитрий Баринов? Кто лидер сейчас в раздевалке? Кто накачивает ребят, чтобы они выходили вот настолько заряженными? Sie sind von der Kabine angestachelt rausgegangen, aber wer hilft ihnen dabei? Wer ist der Leistungsträger in der Kabine? Wer hilft ihnen? Vielleicht ist der Barinov, wer auch spricht mit den Sprechern. Ich stachel sie auch an. Erstmal sprechen wir natürlich nicht über interne Kabinengeschichten, also Ansprachen in der Kabine, aber конечно, то, что остается в раздевалке, об этом, как правило, не говорится. Это внутренние вещи команды, которые остаются в раздевалке. Об этом не принято говорить. Aber ich habe einen sehr guten Captain, но у меня отличный капитан. Der weiß, wie Fußball gelebt wird, der weiß, wie Fußball gespielt wird und der weiß, wie Fußball gekämpft wird. И он знает, человек любит футбол, находится в футболе и знает, как в футболе надо бороться. Und heute haben wir auch im Platz auch gesehen, dass Barinov ein Fighter ist, der alle anderen, man sieht Gabuskas, was er heute auch wieder geleistet hat, weil Barinov ihn auch angestichelt hat. Und можно видеть сегодня, как Баринов бился, отдавался, сражался на поле. Видно было на поле, как он заряжает своих ребят. И сегодня, если Артем Карпукас хорошо сыграл, здесь большая роль и заслуга Дмитрия Баринова, который я видел, как он на поле заряжал его и помогал ему. So, Баринов hilft mir natürlich, er kennt die Liga, er kennt den Verein. Er kennt die Spieler und ich bin froh, dass ich ihn als Captain habe. И мне очень приятно, что у меня есть такой капитан, как Баринов, который имеет большой опыт выступления в премьер-лиге, знает команду, знает соперника, знает много игроков, делится своим опытом. И мне очень приятно, что в трудные моменты я всегда могу положиться на него. Aber es ist nicht nur Баринов, es ist Gili, es ist Tin. Wir haben verschiedene erfahrene Spieler, die mir dabei helfen, Shivo, Anton, also wir haben einige erfahrene Spieler, die mir dabei helfen, die Mannschaft im Moment zu führen und das ist wichtig für mich. И я могу сказать, что у нас среди лидеров не только Дима Баринов, это, конечно, наш опытнейший Гилермо, это Тин, Едвай, это Живоглядов, это Антон Миранчук, которые мне помогают и тоже являются моими помощниками, создают благоприятный рабочий и такой профессиональный климат в раздевалке. Поэтому мне очень приятно, что у меня в команде такие лидеры. Да, спасибо. И второй вопрос тоже коротко, если можно. Про формат турнира, групповой этап, да, серия пенальти сразу после основного времени. Насколько вот такой формат сейчас удобен Локомотиву, когда можно поэкспериментировать, собрать, может, мысли, как-то попробовать понять структуру игры, может, что-то поменять? Спасибо. Ich habe von Anfang an dafür gestimmt, dass wir mehrere Spiele bräuchten. Und somit kann man jetzt auch wie Kabukas,
jetzt auch heute Isidor, sind Spiele, die Wettkampfspiele sind und die sind für Spieler, die lange draußen waren, sehr wichtig. Und für mich ist es okay, also ich finde es gut gemacht und heute auch mit Meterschießen, auch das ist eine Entwicklung für viele Spieler, die das auch lernen müssen, wie Ivan, der heute auch wieder als Stürmer mal dann treffen konnte. Das gibt Motivation, ich bin mit dem Format zufrieden. Ну, я могу сказать, что у меня никаких... Я очень доволен форматом, мне очень нравится формат. Этот формат нам дает возможность играть больше игр. Я, допустим, сегодня игра, ну, край как нужна была Изидору, который вернулся после травмы. Также эта игра очень хорошо на пользу пошла и Артему Карпукасу, который тоже у нас возвращался после травмы. Сегодня были моменты у Ивана Игнатьева, который вышел, практически мог забить гол. У нас очень много молодых игроков, которым есть чему учиться, есть куда совершенствоваться, есть в каком направлении направлении двигаться, и поэтому тут та возможность, что команда играет больше игр, я этим только очень доволен. Поэтому формат, то, что и есть серия пенальти, и то, что мы играем в групповой турнир играется, то я, в принципе, доволен. Никаких нареканий у меня по этому поводу нет. Und vielleicht sollte man über die Uhrzeiten noch nachdenken, wann man spielt. Das ist das Einzige, denn wenn man heute ein Abendspiel gehabt hätte, wären sicherlich die Fans auf ihre Kosten gekommen. Единственное, что я бы хотел прокомментировать, может быть, время начала матча можно было бы сдвинуть на более удобное время, сыграть больше к вечеру, чтобы люди после рабочего дня могли спокойно прийти поболеть за свою команду. Может быть, время начала в 3 часа – это не совсем удобное время. Вот единственное мой комментарий. Более удобное время. Здравствуйте, Андрей Рыха, чемпионат. Всем известно, то, что кубковые матчи – это в основном шанс для тех, кто не получает игровую практику в чемпионате. Дмитрий Живоглядов, к сожалению, сегодня вышел на замену, тоже не получал практику в чемпионате. Почему он не вышел сегодня в основном составе и почему не играл Антон Миранчук сегодня? Also, wenn man beide Teams nimmt, hat keiner heute mit der zweiten Garnitur gespielt. Mit zweitem Stammkader. Wir haben stark gespielt und der Gegner genauso. Я если сегодня будем брать две команды, я думаю, ни одна, ни вторая команда, ни мы, ни Краснодар, мы не играли вторым составом. Сегодня у нас практически и мы, и Краснодар выставили первый состав. Ненаков hat Spielpraxis nötig. Er war lange verletzt. Нинахову нужны игровые минуты, игровая практика, но он был долгое время травмирован. Und Schivo wollte ich letzten Sonntag schon einwechseln, aber leider hat es vom Spielverlauf und vom Ergebnis nicht gepasst. Deswegen habe ich ihn heute gebraucht und ja, hat gut gemacht. Да, Живоглядов у нас не играл в предыдущей игре, но сегодня он вышел, помог команде, он нам сегодня нужен был, и он хорошо справился с этой ролью, и Живоглядов нам сегодня хорошо помог. Und Anton hat einen Schlag bekommen am Sonntag, deswegen habe ich ihn auch in der Halbzeit schon ausgewechselt am Sonntag und er war heute fraglich. Wir haben ihn auf die Bank mitgenommen, aber wir sind kein Risiko eingegangen. Ну, Антона в игре чемпионата против Факела он получил в конце первого тайма ушиб, поэтому сегодня его выступление было под вопросом, но мы его все равно взяли на игру. У нас был в списке игроков, что все равно все-таки надеялись, что он нам поможет, но решили все-таки не рисковать, потому что, чтобы не усугубить травму, этот ушиб. Еще вопросы? Артем Кузнецов, информагентство ТАСС. Йозеф, вновь не о самом приятном. Понятно, что на фоне серии неудачных матчей вновь активно обсуждается тема возможных продолжающихся перестановок в тренерском штабе, о чем сегодня, собственно, и активная часть болельщиков говорил. В этой связи хотелось уточнить, а был ли у вас разговор с руководством команды, обсуждали ли вы, условно говоря, так называемый карт-бланш, то есть сколько вам матчей дано на исправление ситуации, либо вам гарантировано то, что до конца, условно говоря, до зимней паузы вы точно проработаете, либо что-то на эту тему сказать. Спасибо. Спасибо.
Hagen ist Spekulation seine Spekulation, aber trotzdem und nach einer Serie von diesen Niederlagen, vielleicht haben Sie ein Gespräch mit dem Vorstand gehabt, wo Ihnen eine Carte Blanche gegeben wurde oder es wurde Ihnen eine Anzahl von den Spielen angegeben, während deren Sie schon die Chancen haben, die Situation zu korrigieren. Oder haben Sie schon Gespräche oder bleiben Sie hier hundertprozentig bis zum Ende des Jahres? Haben Sie so welche Gespräche mit dem Vorstand geführt? Oder haben Sie schon Carte Blanche gekriegt und keine Sorge dafür? Am besten ist, Sie fragen die Verantwortlichen dafür, nicht mich. Я думаю, что лучше всего вам ответит, конечно, руководство клуба на этот вопрос, нежели чем я. Good question, а? Good question. Хороший вопрос. Еще есть вопросы? Да. Beendet die Fragerunde mit seiner Frage. One answer can I give you? No, я могу. Trust me, this club is very, very close to us and have everywhere eyes. Oh, in German, oh, sorry. Dieser Club ist sehr nah zu uns und hat die Präsidenten und der Sportdirektor, die haben überall Augen hier. Also sie wissen genau, was wir tun. Но я могу сказать, что руководство клуба очень близко находится к команде, они знают все, что происходит, у них глаза везде, поэтому руководство полностью в курсе того, что происходит в команде. Ситуация находится под контролем. Интересная цитата на пресс-конференции. Завершу, наверное, много уже разговариваем. Йозеф, в воскресенье очень ответственная игра против «Спартака». Поможет ли эта победа как-то раскрепостить игроков после двух неудачных матчей в чемпионате России и помочь им во всеоружии подойти к этой ответственной игре? Und dient als Inspiration für Sie für den guten Auftritt im Derby am Sonntag. Was bedeutet dieser Sieg für unsere Mannschaft? Also ich hoffe auch, dass wir natürlich jeder Sieg tut gut. Конечно, каждая победа приносит огромную пользу команде. Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen zurück. Каждая победа дает уверенность в своих силах. Aber wir haben auch am Sonntag ein schlechtes Ergebnis mitgebracht. Aber wir hätten das Spiel auch eigentlich mit den Chancen, die wir hatten, gewinnen müssen. И, конечно, если вернуться к лиге, к российской лиге, у нас последняя игра сложилась более чем неудачно, мы потерпели поражение, но могу сказать, что если будет вспоминать эту игру, то шансы выиграть в Воронеже у нас были. Ich freue mich immer auf Derbys. Я всегда рад, когда играю дерби. Aber wir müssen die Mannschaft jetzt weiterentwickeln und ich hoffe, dass wir dieselbe Einstellung mitbringen und auch dann das Selbstvertrauen vom System her auch mehr und mehr von mehr Minuten auf dem Platz umsetzen können, so wie wir es heute eigentlich schon ansatzweise gesehen haben. Я люблю играть дерби, и то время, которое у нас предстоит до игры со Спартаком, у ребят будет больше времени, чтобы еще раз более внимательно сделать еще один шаг вперед в своем развитии, еще больше инкорпорироваться, войти, понимать игровую схему, понять ту философию футбола, которую мы играем. И по меньшей мере я жду именно такой же самоотдачи, как сегодня. И надеюсь, что в каких-то компонентах мы еще улучшимся и подойдем во все оружие к этой игре. Я Спартак schon jetzt gesehen. Я смотрел игры Спартака. Последние три игры. Top, better than Krasnodar in a moment for me. И по моему мнению, Спартак сейчас выглядит лучше, предпочтительнее, чем Краснодар. Everywhere solutions. They have really, really a good flow. Команда хорошо играет в потоке, очень такой большой поток. Везде команда решает вопросы, находит правильные решения. Das wird ein richtig schweres Spiel und wir müssen uns wirklich 100% konzentrieren. Wenn wir da was mitnehmen wollen. И я уверен, что это будет сложная игра, могу уже сказать это заранее. И поэтому, если мы хотим набрать очки, нам надо очень серьезно, очень ответственно и очень умно подойти к этой игре. Потому что игра будет очень непростой.